Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Апухтин Александр, я врач-стоматолог, работаю в Москве. В этом видео я немножечко поговорю о работе врача-стоматолога в частной практике или на аренде. В середине лета, в июле, мне предстоит сменить место работы. Я хочу поменять свою локацию, где я расположен. По целому ряду причин, я думаю, что спустя какое-то время, если там будет к этому располагать обстановка и настроение, я поговорю об этом вопросе. А может быть, это просто как какие-то кейсы вплетутся в ряд историй, советов, каких-то обзоров, аналитики, посвященной работе на аренде. Вот. Но вот эти 2,5 года опыта, они оказались очень позитивными и очень продуктивными. И накопленный опыт мне теперь позволяет двигаться дальше. Во-первых, я понял, что мне нужно и как это найти. И вот сейчас я занимаюсь поисками для себя места работы. Я записываю путевые заметки, пока я передвигаюсь по городу, что я нахожу, обсуждаю, выбираю. Вот. По поводу передвижения по городу, посмотрев, кто как работает, в каких условиях, я понял, что эти 2,5 года мы проработали в хороших условиях. Непростых, но хороших. Непростых с точки зрения условий работы, но с точки зрения вот места работы, качества работы. У нас были хорошие условия для работы. Вот. Недавно мне там довелось побывать в одном из филиалов АДА на земле, расположенном в Москве, в центре города. Это такая диггерская клиника. Такая в стиле стимпанк, вот прям Fallout вот настоящий. Вот после этого я понял, что я очень хорошо работаю и очень хорошо устроен в жизни. И надо просто продолжать спокойно эволюционировать, переживать свой опыт, оттачивать его, формализовать как-то и превращать в какие-то дальнейшие позитивные шаги, ведущие меня, моего коллегу-ассистента, к развитию дальнейшему совершенствованию. В связи с изменением законодательства, наверное, где-то в середине месяца я буду отстранен от работы по одному из распоряжений мэра. И вот в этот момент я как раз начну менять свое место работы. Мы готовимся к этому. Значит, будет посвящено этому еще отдельное видео. Как менять место работы на аренде, к чему готовиться и как вообще по возможности предусмотреть потенциальные проблемы. Они бывают. Но пока что все идет хорошо, спокойно. Одно из ключевых условий – это выдержка. Выдержка – это профессиональное, такое коллегиальное, академичное отношение к коллективу. То есть и по возможности не сжигать мосты. То есть если у вас все более-менее хорошо на работе, то просто эволюционируйте, развивайтесь и меняйте ваше место работы. То есть не надо разругиваться в хлам так, чтобы невозможно было вернуться. Но, конечно, еще есть обязательные условия, что там, где ты был, туда уже не возвращайся. Вот, на этом я пока остановлюсь в своих путевых заметках. Буду еще записывать в течение этого месяца разные мысли на этот счет.